Санкт-Петербурге проходит зимний чемпионат России по велоспорту на треке в командной гонке на 4 километра. Второе место заняла воспитанница спортивной школы номер 2 Юлия Захарова. Порадовал и Дмитрий Мухамедьяров, который выполнил норматив мастера спорта России в индивидуальной гонке преследования. Стоит отметить, что Дмитрию всего 15 лет, и это большой успех в таком юном возрасте.